На территории городского округа город Буй, Буйского муниципального района и Сусанинского района в настоящее время проводится первый этап операции оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», направленный на предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, организации полноценного отдыха, оздоровления и защите детей. В связи с чем хочется отметить, что каникулярный период – время, когда дети требуют повышенного контроля. Занятость детей должна быть организована. Это как санатории, пришкольные лагеря, отработка в образовательных учреждениях, чтобы наши дети свободное время проводили не только на улице. Дети должны быть под контролем, так как опасность представляет их свободное времяпрепровождение. Как, например, водоемы. Каждый несовершеннолетний должен знать и понимать, что купание должно проходить в установленных для этого местах. Это у нас городской пляж, и только под контролем родителей. Без сопровождения законных представителей купание запрещено. Берега рек проверяются службами полиции, сотрудниками системы профилактики. Дети, которые обнаружены купающимися, будут переписаны и передаваться будут родителям. В соответствии, если повторно произойдет купание детей, то будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Также заброшенное здание и сооружение, которое представляет опасность для детей. За период 2021 года на территории Костромской области и за текущий период 2022 года зафиксированы случаи обрушения данных конструкций на несовершеннолетних, в связи с чем призываем родителей знать, где находится ребенок, чем занимается, разговаривать с ребенком, лишний раз проговорить меры безопасности, чтобы ребенок понимал. Контроль за детьми должна быть и по месту жительства. Нельзя оставлять ребенка одного с открытыми окнами. За период 2021 года зафиксирован случай выпадания ребенка из окна квартиры, который облокотился на москитную сетку. Аналогичный случай зафиксирован и в 2020 году, в связи с чем нельзя оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без специальных блокираторов и препятствующие открытию окна ребенка самостоятельно. Нельзя, чтобы ребенок понимал, что можно подойти к окну, это для маленьких детей, подставить стульчик или, например, на окне располагать игрушки, за которыми он может потянуться, потому что даже секунда, когда родители отвлекаются, может быть опасна. В связи с чем... дети наши – это наше все, жизнь наших детей бесценная.